С 17 по 19 сентября в Ульяновской области, как и по всей стране, пройдут очередные выборы. В этом году жителям региона предстоит избрать депутатов Государственной Думы и губернатора Ульяновской области. Список кандидатов для участия в выборах главы региона сформирован. Первый – это Бударин Геннадий Александрович, за ним Горева Светлана Викторовна, затем Маринин Сергей Владимирович и Русских Алексей Юрьевич. Вот четыре кандидата, они остаются у нас зарегистрированными, и я думаю, что эти кандидаты будут бюллетени. Новых, конечно же, невозможно. Одним из способов контроля за проведением выборов станет видеонаблюдение, которое будет проходить без остановки в течение 70 часов на всех избирательных участках Ульяновской области. Данное решение уже получило поддержку политических и общественных объединений, жителей региона и избирательной комиссии Ульяновской области. У нас впервые будет организован центр общественного наблюдения. Я считаю, что это вот такая правильная форма, наверное, когда в принципе, все желающие могут посмотреть. И есть возможность посмотреть, прежде всего, специалистов, которые заинтересованы, которые понимают суть происходящего и так далее. Но все желающие, в принципе, тоже. Там никаких ограничений, по сути дела-то, и нет. Трансляцию видеонаблюдения смогут увидеть все кандидаты в своих регионах, участвующие в выборах политические партии, а также все граждане страны, желающие в прямой трансляции наблюдать процесс голосования. Центры общественного наблюдения – это новый формат работы. До сих пор он использовался только в нескольких регионах. В этом году центры будут созданы во всех регионах страны. Напомним, что в избирательной комиссии Ульяновской области зарегистрировано 23 кандидата в депутаты Государственной Думы. Максим Писарев, Герман Баранов, Управда ТВ.